Привет, друзья! Сегодня очередной обзор по термокружке. Сегодня за 741 рубль. Хорошая термокружечка, понравилась уже не первая. Первую отдал папе попользоваться, очень она им понравилась. Такая вот коробочка, немножко помятая, но кружка крепкая, поэтому никак не сказывается на ее функционале. Вот раз упаковочка, два упаковочка. Ну вот, собственно говоря, сама кружка. В таком кофе оттенке. Красивый металлический корпус, сверху пластиковая крышка, специальные заглушечки, которые может позволять фиксировать открывание и закрывание. Здесь вот мягенькая губочка, которая леечку плотно фиксирует, тем самым не будет никаких переливов у вас. Снизу у нас есть специальная прорезиненная, плотная прорезиненная вставочка, чтобы не скользила кружка. Вот такая вот красота. Ну и внутри у нас, соответственно, идет металл. Тепло держит очень хорошо на самом деле. Полдня и достаточно теплый напиток еще остается. Сеточка специальная для того, чтобы комфортная литье напитка была, да, то, чтобы без бульканий всяких подобных. Она вытаскивается без проблем, в принципе, ну, если, конечно, заморочиться, и также обратно устанавливается. Закручивается очень плотненько крышечка, потому что там есть специальные прорезиненные вставочки. Ну, со временем она проще. Аккуратнее с открыванием, на самом деле, потому что пугает иногда, она очень резко открывается, если не придерживать, поэтому советую придерживать. Вот сейчас буквально, оп, так придержали и открыли. Вот, льется достаточно комфортно и пьется также хорошо. Всем спасибо, ребят. Если какие-то будут вопросы, пишите, обращайтесь. Пока и удачи!